Вот мы видим, как в смотровое окно видим, как работает конденсационный котел Будерос. Вот вверху это у нас горелка. Сама вот она инфракрасная. Вот она раскалена красным, да. То есть пламени нету здесь ничего. Вот мы видим электрод ионизации. В принципе, там дальше внутри топка. Котел Будерос сейчас вот работает. Работает на жирном газу. Если бы это был простой котел, то мы внутри бы сейчас видели с вами пламя. Так как это конденсационный котел, пламень мы не видим, мы видим вот только инфракрасное излучение. То есть пламя горит прям практически на сеточке, ну чуть-чуть дальше, да. Тем самым разогревая сетку, происходит больше качественное сгорание топливной смеси. Вот так вот работает у нас котел.